Всем привет, ребята, с вами Зойка Вера, и я хочу вас познакомить с коллекцией залипак овощи. Давайте скорее смотреть, какие есть. Подпишемся, поставим лайк. Итак, мы начинаем. Слепим туловище, ножки и ручки, детали для мордочки, а также кучу разных шариков для прически. Итак, для лепки брокколи нам понадобится зеленый пластилин двух цветов, светлый и более темный. Из светлого пластилина нам нужно будет сделать туловище. Мы возьмем, скатаем вот такой вот большой толстый жгутик. И вот здесь посередине вот так вот хорошенечко пальчиками сожмем. И получится у нас верх и низ. И такая вот талия. Затем мы возьмем небольшие шарики такого же светло-зеленого пластилина. И из этих шариков мы сделаем вот такие вот милые ножки. Слегка сжав их пальчиками. И прикрепим вот так наши топотушки на месте. Теперь сделаем ей ручки. Возьмем два таких зеленых жгутика. С этой стороны мы вот так вот возьмем, сплюснем пальчиком, да, это место крепления. И здесь сверху также делаем вмятинку. Так, прикрепим первую ручку. Поймем, что все делаем правильно. Да, вот так вот она держит их поднятыми вверх. Можно сказать, к небу. Да, крепим вторую на том же расстоянии, что и первая. И тоже вот она ее радостно тянет вверх. Так, готово. С ручонками разобрались. Теперь займемся ее прической. Нам нужно скатать вот такой вот большой шарик. Здесь его вот так вот сплюснуть. Так, слегка он вытянулся. И прикрепляем его вот так вот. Так, так ручки должны быть все-таки ближе к туловищу, а то у нас не получится, наши шарики не будут держаться. Так, один шарик большой сюда, затем шарик поменьше, с ним делаем такую же манипуляцию, вытягиваем немножко и прикрепляем его уже сюда. И как вы догадались, другими жариками произойдет все то же самое. Берем его и прикрепляем вот сюда. Так, будем создавать ей прическу. И начинаем дальше крепить наши шарики. Так. Я не знаю, получится ли у меня сделать идентично все как у нашего персонажа. Но попытаюсь.
Да, мне кажется, сюда одной пимпочки не хватает. Ну вот, прическа готова. По-моему, получилось замечательно. Так. Теперь займемся мордочкой. Возьмем два белых шарика. Прикрепим их, как ни странно, рядом. Возьмем теперь еще черные шарики. Так, она теперь глазастая. Затем для улыбки нам понадобится синий пластилин. Мы скатаем из него жгутик. Соединим его вот так вот в колечко. Затем пальчиком сожмем. И попытаемся сделать ей милую улыбку, насколько это возможно. По-моему, получилось замечательно. Ну вот, наша красотка готова. Итак, ребята, моя кроссовка брокколи готова. Замечательная. Кстати, этот овощ очень полезен. Вот, можно его приготовить, например, с яйцом. Будет очень вкусно, полезно. Ну, так что давайте дальше знакомиться с овощами. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч.